Всем привет! Сегодня я готовлю творожные кексы. Кексы по такому рецепту получаются очень-очень пышными и влажными внутри. Мягкое сливочное масло соединяем с сахаром, добавляем немного соли и взбиваем миксером. Добавляем творог и ванильный сахар или ванилин и еще раз все хорошо взбиваем. Теперь по одному добавляем яйца. Также добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Получаем вот такое вот пышное воздушное тесто. Заполняем формочки наполовину, так как тесто будет еще расти во время выпекания. Кексы убираем в хорошо разогретую духовку и выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. Через 20 минут проверяю кексы на готовность зубочисткой. На выходе она должна быть полностью сухой. Эта порция рассчитана ровно на 30 кексов. Если вам надо меньше, делите все ингредиенты наполовину. После того, как кексы остынут, их можно украсить кремом. У меня это крем заварной. Рецепт этого крема уже есть на моем канале. Вот вверху подсказочка, также будет ссылка в описании. Мне очень нравится этот крем, так как он очень легкий по вкусу. Дополнительно можно украсить кексы кондитерской посыпкой. Сейчас я еще раз вам покажу, насколько нежный кекс получается внутри. Посмотрите, он практически не крошится, это говорит о том, что он очень нежный и влажный внутри. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, попробуйте приготовить такие кексы и напишите мне свое мнение. Я буду очень за это вам благодарна. Всем спасибо за внимание, всем пока!